Просьбы челнинцев оказались услышаны. Сегодня на совещании с хозяйственными руководителями города мэр сообщил, что выездной сельхозярмарки на улице Усманова быть. Однако проходить она будет только в течение одного дня, а представить на ней свою продукцию смогут лишь фермеры Актанышского района, всего около 50 хозяйств. Эти торговые ряды разместятся на Усманова в воскресенье 6 октября и протянутся от пересечения с улицы Пушкина до проспекта Вахитова.